Всем привет! Не так давно я обозревал игры с заработком популярных и всем известных криптовалют и объяснял, как можно выводить их в рубли, а потом на удобные вам кошельки. А в одном видео даже показал, как это делается. И меня регулярно просят продолжить тему криптовалют, поэтому я решил показать вам еще несколько приложений от этих разработчиков с возможностью кранового заработка. То есть каждые 15 минут вы сможете зарабатывать небольшую сумму валюты, а за пару часов уже собрать минималку и вывести ее на криптовалютный кошелек. Да, я написал название видео слово «лучший», так как я действительно так считаю, это в разы лучше любых рублевых кранов, которые я обозревал ранее. Поэтому ставьте лайк авансом, подписывайтесь и включайте колокольчик, и мы начинаем. И первое приложение называется BeFast, BeFree, Earn Real Bitcoin. Некоторые из вас находили его сами после моих обзоров игр от этого разработчика, пробовали устанавливать, но ничего не поняли, как им пользоваться и как в нем вообще зарабатывать. Поэтому я и решил сделать данный обзор. У данного приложения просто отличный рейтинг, вот 4,7 из 5 и более полумиллиона скачиваний. А также много положительных отзывов, и я тоже этим приложением пользуюсь уже более месяца, все работает отлично, деньги выводятся. Ну и давайте его уже запускать и смотреть, как в нем зарабатывать. Итак, нажимаю открыть. Вот оно прогружается, и оно точно так же долго грузится, как и их игры. Нужно немного подождать. После чего открывается вот такое вот основное меню. Многие, кстати, думают, когда впервые это видят, что это какая-то игра. Но нет, это просто здесь сделали такое поле со случайными суммами поинтов, которые нам будут зачисляться во время просмотра реклам. Чуть позже я покажу, как это работает, ну а сейчас пару слов о регистрации в данном приложении. Когда вы его скачаете, то вам нужно будет авторизоваться либо через Google, либо через Facebook. И здесь есть важный момент, точно такой же, как и в их играх. Все приложения от того разработчика вводят деньги только на данный кошелек под названием Coinbase. И если у вас его нету, то вам нужно будет его зарегистрировать на почту от той соцсети, через которую вы авторизуетесь в приложении BeFast, BeFree. То есть, если вы зашли через Google, то криптовалютный данный кошелек нужно будет зарегистрировать на гугловскую почту. Если через Facebook, то тогда регистрируйте на почту, которая у вас подвязана к Facebook. Надеюсь, я все понятно объяснил. Когда я буду показывать вывод денег, то еще раз упомяну об этом. И после регистрации, если вам не сложно, то введите еще мой реферальный код. Я его оставлю в закрепленном комментарии. Тем самым вы мне поможете чуть быстрее накопить минималку на вывод в кошельке Coinbase в биткоине. И я вам быстрее покажу, как вывести биткоин с Coinbase кошелька, перевести его в рубли и затем вывести на привычные нам кошельки по типу Kiwi, Pair или U-Money, он же Яндекс. Чтобы вы потом смогли это повторить и также вывести заработанные деньги. Итак, теперь показываю, как работать с этим краном и как здесь зарабатывать. Как я уже говорил, у нас есть вот такое вот поле или таблица с суммами поинтов, которые нам могут выпасть после просмотра одной рекламы. И давайте я вам это продемонстрирую. Для этого нажимаю кнопку Go, включается рандомайзер, который выбирает, сколько поинтов нам дать. Вот, и когда он останавливается, то у нас включается реклама. Есть часть рекламы, которую можно сразу же вот так вот закрыть и долго не ждать. А есть такая, которую нужно смотреть полностью. И после просмотра рекламы нам вот эти выбранные поинты зачисляются на баланс, как вы могли видеть. После чего вы можете включить следующую рекламу по кнопке Go и так по кругу. И смотря на вот эту таблицу, не нужно думать, что вот эти большие цифры типа 110 или 200 поинтов почти не будут у вас выпадать и добавлены сюда для красоты. Вовсе нет. Здесь все выпадает равномерно, у меня даже бывало такое, что по 200 поинтов выпадало два раза подряд. Но есть один минус, здесь есть лимит на заработок вот этих вот поинтов и составляет он 1000 поинтов раз в 15 минут. То есть вы зашли в приложение, начали зарабатывать и за ближайшие 15 минут вы можете заработать 1000 поинтов. Когда вы дойдете до этого лимита, то приложение показывает вам такое сообщение, сейчас я прикреплю скриншот, в котором написано, что вы достигли лимита и вам нужно подождать 15 минут, пока этот лимит пройдет.
После чего вы закрываете приложение, и потом через 15 минут вам приходит уведомление от приложения, что вы можете продолжить зарабатывать поинты. То есть 15 минут поработали, 15 минут отдыхаете, и так по кругу. Я очень часто пользуюсь этим приложением, когда мне надоедает играть в игры с выводом криптовалюты. Так как здесь вы просто запускаете рекламу и закрываете ее, то есть постоянно смотреть в экран не нужно. Можно заниматься своими делами, то есть пока реклама там крутится, и этим и удобен заработок, то есть данный заработок. Нажали кнопку Go, у вас включился рандомайзер. Кстати, вот бывает иногда такой баг, но он довольно редко, вот как только что. Я включил рекламу, но мне вот поинты не засчитались. Давайте попробуем еще раз. Вот, включили рекламу. Там подождали в уме секунд 5. Потом закрыли ее. Вот, и получили поинты. И так по кругу. То есть, как я уже сказал, постоянно смотреть в экран не обязательно. И теперь давайте выводить поинты в криптовалюту на кошелек Coinbase. Минимальная сумма вывода здесь составляет 5000 поинтов. Это 100 сатоши, то есть 100 частиц биткоина. Либо загуглите, что такое сатоши. Для вывода нажимаем на вот эти три черточки, которые находятся слева вверху. И здесь нам просто нужно нажать на вот эту кнопку Claim. Кстати, если вы хотите вывести 10 тысяч или 15 тысяч поинтов, то есть 2-3 раза больше минималки или еще больше, то рекомендую дозарабатывать еще 1000 поинтов сверху. Так как оно бывает здесь округляет в худшую сторону для нас, я один раз вывел 15 тысяч поинтов ровно, ожидал, что мне придет 300 сатош, а пришло 200. Как я понял, сработало как раз вот это округление, и после этого я всегда накапливал на 1000 поинтов больше. Например, 16 тысяч, и тогда уже нормально все выводилось, приходило 300 сатош. И поэтому сейчас на балансе вы у меня видели 11 тысяч сатош, а не 10. Кстати, над этой кнопкой отображается моя почта, на которую у меня зарегистрирован Coinbase кошелек. Это то, о чем я говорил в первой половине видео. Я авторизован в этом приложении через Google аккаунт, и кошелек у меня зарегистрирован на эту почту от Google, потому что оно берет почту от той соцсети, через которую вы в этом приложении авторизовались. Ввести здесь как-то вручную ничего нельзя. В общем, я нажимаю вот эту кнопку Claim, и здесь оно предупреждает, что поинты — это не то же самое, что и сатоши, и выводить деньги можно вот раз в 3 дня. Я подтверждаю свой вывод нажатием на кнопку Claim. И для этого, для вывода, нужно еще посмотреть рекламу, но обычно пока идет реклама, то и приходит уже выплата. Пока что я не вижу уведомления. Да, вот оно пришло. Вот, да, пришло 200 сатош. Давайте сразу же и зайдем сюда, не будем смотреть эту рекламу. Вот, только что пришло. Вот, 200 сатош. 19.55, 14 июня, и вот здесь точно такое же время и дата. То есть деньги приходят моментально. Ну и это по текущему курсу биткоина у нас получилось 5 рублей. То есть если бы я выводил 100 сатош, то было бы 2,5 рубля. То есть получилось так, как я и говорил, 11 тысяч поинтов мы вывели, и вот мне пришло 200 сатош. Все верно. И если вы не видели мои предыдущие видео на тему криптовалют, то чтобы вывести биткоин с Coinbase кошелька, нужно накопить 10 тысяч сатоши. Как видите, у меня на балансе вот 5900, и мне еще нужно чуть больше 4000. Ну и как я и говорил в самом начале видео, что покажу вам несколько приложений, и вот их второй кран. Это кран эфириума. Это вторая по важности и капитализации криптовалюта в мире. На первом месте у нас биткоин, а на втором эфириум. Поэтому кто хочет, можете его тоже накапливать. Давайте я запущу это приложение и здесь тоже выведу минималку. Посмотрим, во сколько рублей она оценивается и отличается ли от той, которая в биткоин кране. Там у нас было за 100 сатош по текущему курсу 2,5 рубля. Посмотрим, как здесь. Итак, нажимаю открыть. Тоже жду, пока прогрузится. Так, здесь почему-то оно не запоминает мой аккаунт, и мне всегда приходится вот так вот нажимать, чтобы оно зашло. Ну а у вас будет такое окно, когда вы самый первый раз его скачаете. Что первое, что это приложение.
Как видите, здесь то же самое, все абсолютно такое же, тот же принцип работы, те же лимиты, та же минималка. Вот как видите, у меня на балансе здесь чуть больше 5000. И давайте ее выведем. Также нажимаю Claim. И посмотрим, сколько придет здесь. И вот уже пришло. Ну, здесь получилось чуть больше, по идее. Сейчас посмотрим. Оно бывает в уведомлении пишет одно, а потом уже по факту в самом кошельке немного по-другому отображается. А нет, вот даже получилось чуть больше. Но минималка на вывод у эфириума тоже большая. Там нужно будет вот таких вот минималок около 100 насобирать, что будет довольно долго. И, по-моему, явно не быстрее, чем в случае с биткоином. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. А также подписывайтесь на канал для новых подобных видео о заработке на телефоне. Пока!